Кем быть? Этот вопрос терзает многих старшеклассников. И чтобы сделать выбор было проще, в Набережно-Челнинском институте КФУ проводят Дни открытых дверей. В минувшие выходные здесь состоялась очередная экскурсия, которую для школьников из Челнов и других городов провели нынешние студенты и преподаватели вуза. До старта в новую жизнь будущим абитуриентам остается совсем немного. Об быстротечности времени напоминает и гоночный автомобиль на входе в инжиниринговый центр. О том, что ждет школьников, рассказали сначала в учебной аудитории, а после показали на деле на мастер-классах. Школьники могут посмотреть, к чему они будут учиться, потому что одно дело название специальности, другое дело, когда показывают, чем они будут заниматься, что они будут проходить на занятиях и кем они выйдут в конце после окончания учебного заведения. Для будущих абитуриентов подготовили два десятка мастер-классов. Преподаватели отвечали на вопросы школьников, рассказывая о той или иной специальности. Такие занятия проходят ежегодно, их постоянно корректируют с учетом пожеланий будущих студентов. Я буду сдавать биологию и географию, а тут мне понравилась робототехника, кабинет аэродинамики. Не думал, что ее тут вообще изучают, то, что в Челнах ее вообще изучают. Мне больше понравилось направление экономическая безопасность, в частности. Здесь очень интересно, потому что здесь можно спросить у людей, которые работают в этой сфере, которые преподают эти предметы. Это дает направление ученику, который еще не знает, чем будет заниматься. Мне понравилась робототехника, как устроены роботы, как они работают. Приоткрыли секреты своей работы и будущие криминалисты и студенты-таможенники. Такие встречи популярны у школьников. Так, в этом году Дни открытых дверей посетили более 1000 человек. В следующий раз институт распахнет свои двери уже в феврале 2019 в рамках конференции для учащихся. Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Челны 24.